Вся Россия сопереживает теми, которых коснулась трагедия. Но особенно остро те, кто находится рядом с Кемерово. Депутат Государственной Думы Якутска Ольга Саргыдаева сказала: «Безопасности детей – вот чем должен руководствоваться каждый из нас. Не хватает слов, воздуха, чтобы выразить свои чувства. Беспомощность в такой ситуации угнетает». Очень важно не оказаться беспомощными и дальше. Чтобы не допустить подобной ситуации в будущем, повсеместно начатые...